Вот здесь вот фронт стоит. С товарищем депутатом. С депутатом. Никого тоже имеет право. Ну, никого не пускаем, только полицию. Вы нарушаете закон. Привет, возмущенные жители Косино-Ухтомского района идут к незаконной свалке. На улице Салтыковская, владение 8. В черте города Москвы запрещены любые свалки. По какой причине там она организована? Она уже начинает пахнуть для жителей. И, соответственно, вот люди решили выяснить, приехали журналисты сегодня. Я как депутат вынужден был присоединиться. Руководители этого процесса есть какие-нибудь? Вот я ему сейчас звоню. Куда Да не, это у нас, это не наши. Ну они должны быть у вас. У нас документы, вот. Товарищи сотрудники охраны, я вас прошу сейчас тогда прекратить вот эти работы, которые у вас проводятся. Да, я житель района Косино-Ухтомского. Мы видим со своих окон. Значит, по поводу вашей проблемы, которая есть, мы ее понимаем, поддерживаем вашу эту проблему. Да? Сейчас сюда будет выдвинуто подразделение БЭПа. Ага. Будут работать с этой всей нашей планкой. Скажите, просто смотрите, у нас такая ситуация. Вот я просто здесь уже, ну не первый раз, да, первый раз приходил, да. Мы вызвали полицию. Да. Закончилось примерно тем же самым. Сотрудники полиции приехали, сделали прям все идеально, зашли, посмотрели, увидели, что у рабочих какие-то проблемы с там, либо с регистрацией, либо с разрешением на работу. Задержали их и сказали, что работы будут прекращены, потому что до выяснения обстоятельств. Да. Сегодня мы видим повторение. То же самое. Сотрудники полиции приехали, сделали все, как нам кажется, как должны сделать. Сейчас сюда еще приезжают сотрудники ОБЭПа, будут дальше работать. Но просто жители говорят, что между тем вызовом и сегодняшним днем каждую ночь заезжают машины, работы ведутся. И мы сегодня видели, до того момента, когда приехала полиция, там внутри работы велись. То есть мы, что нам-то, как местным жителям, делать дальше? А как нам решать эту проблему? А? Ночью опять поедут машины. Нам вызывать полицию? Совершенно верно. Я думаю, проблему эту решим сегодня коренным образом. Сейчас дождем сотрудников БЭПа, и будем уже дальше смотреть. Добрый день, скажите, пожалуйста, а какой статус сейчас это свалка? Вы его закрываете все? Объясните что-нибудь хотя бы жителям, пожалуйста. Почему вы игнорируете жителей? Николай, что сегодня за торжественное событие? Мы не знаем пока. Есть информация, что свалку будут опечатывать прокуратуру. Правда это или нет, никто не знает. Стоим, ждем, верим и надеемся. Хотелось бы отметить, почему у нас здесь ни одного дня мы не видели наших депутатов муниципальных, которые представители нас, да, которые должны поддерживать народ в борьбе за такие вот вещи. Никто не приходит, да, где? Бондаренко, Кувшинова, которые много лет. Ну, зачем соучастники этого дела? Они, наверное, поддерживают. Да. Они поддерживают же местную власть, управу. Вот поэтому они не приходят с людьми, да.
недели назад мы сюда приходили, сюда приезжал полковник и сказали, что будет все вывезено, мусора стало больше. Когда это было уродиться? Скажите, пожалуйста. Придем сюда. Добрый день. Объясните, пожалуйста, что сейчас здесь происходит? Николай, да. Вот, короче, все разъехались, комментарии никакие не дают, вообще, что произошло, какая-то непонятная печать, которая действительно от мороза отвалится. Вот. Что мы увидели? Сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора наклеили красную бумажку на ворота этой свалки незаконной. В чем плюс? Скорее всего, документов на эту свалку действительно нет, потому что если бы они были, документы на эту свалку, значит бы сейчас прокуратура бы сказала бы, знаете, все в порядке, и работы бы дальше велись. Значит, жители очень правильно среагировали, и они правильно заметили, что без документов велась работа. Какие-то начальные действия произошли. То есть технику вывезли, бумажку никчемную наклеили. Что это может означать? Это может означать, что супер, началась проверка, и, может быть, свалку закроют и увезут. Но, скорее всего, это затишье на какой-то период времени, чтобы люди успокоились. Если люди успокоятся и перестанут смотреть, ведут работы, как вообще происходит рост мусора на этом, в этом месте, тогда все вернется на круги своя и дальше пройдет техника. Есть подозрение, что, может быть, на 90 дней просто приостановили и все. Все легко, так они делают. То есть какая-нибудь прокурорская проверка на 30 дней, на 90 дней, а через там, 90 дней сюда завезут технику. Но здесь опять очень важна реакция жителей. По решению комиссии деятельность Азбуки инвестиций приостановлена. Техника и сам объект опечатаны. В качестве обеспечительной меры Роспотребнадзором по Восточному административному округу избрано временное приостановление деятельности для того, чтобы фактически на указанной территории нарушения федерального законодательства более не допускались.